Эксперты из Москвы в области детской нейрохирургии в течение 3 дней общались с коллегами со всего Дальнего Востока. В рамках конференции свои разработки и клинические наблюдения в области диагностики и лечения у детей нейротравм, гидроцефалии, арахноидальных кист, реконструктивных операций при черепно-мозговых грыжах и аномалий Киари и многое другое представили ведущие нейрохирурги и неврологи России. Мы не только высказывали свое мнение и как бы учили, приехав со специалистов, но прежде всего обменивались мнениями между собой, дискутировали, спорили. Это в этом самая главная задача – обмен опытом, обмен нашими мнениями в области детской нейрохирургии. Последний день посвящен презентациям на тему нейроонкология. Большое внимание уделили функциональной детской нейрохирургии и лечению спинальных дистрофизмов у маленьких пациентов. Рассказывали про опухоли, где, при каких условиях они появляются, а также решали вопросы о способах лечения. По мнению большинства, неважно, где был рожден ребенок, главное – вовремя применить необходимое лечение. Сегодня детское нейрохирургическое сообщество начинает очень тесно общаться между собой для того, чтобы выработать именно эти самые рекомендации и стандарты, и чтобы мы могли действительно помогать, и наша помощь была бы эффективна. По словам экспертов, детская нейрохирургическая патология не так часто встречается, но при ее возникновении это сравнимо с катастрофой как для ребенка, так и для родителей. Заболевание мозга происходит в условиях растущего организма, развивающегося организма. И принципиальное значение в этой связи имеет своевременная помощь, которая позволит маленькому пациенту развиваться и жить полноценно дальше. Затронули и вопрос существования общего мнения, что лучше лечиться за границей. Специалисты отметили, на сегодняшний день медицинские центры в России оснащены по современным стандартам и ничуть не уступают зарубежным. Наши врачи могут предоставить абсолютно такой же уровень и диагностики, и уровень лечебной помощи, поэтому просто надо создать некую, службу, действительно, которая позволит систему детской нейрохирургии, которая будет понятна для всех и которая будет на всех уровнях работать в одних и тех же стандартах. Данная конференция проходит в рамках проведения цикла образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации врачей в области детской нейрохирургии. На сегодня регионы Дальнего Востока демонстрируют неутешительную статистику по состоянию здоровья населения по сравнению с Центральной Россией. И есть шанс, что такие встречи ведущих специалистов в области медицины именно в приморской столице помогут исправить ситуацию. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.